Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Счастливый Кролик! И сегодня я расскажу, как получить вот эти вот прикольные боронаушники. Хоть в описании написано, что в настоящее время этот предмет недоступен в игре, они врут. Сегодня я их получил, и ты тоже получай. Но прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Тогда ты точно не пропустишь мои новые видео. Ну и оставляй комментарии. Ну что, погнали, ребят. Первым делом забегаем в игру. Ссылочка, как обычно, внизу под видео. Что же нам предстоит сделать в этой игре, ребят? В этой игре нам надо собрать всего лишь 3 яйца. Вот и все. Собираем 3 яйца и получаем наши замечательные боронаушники. Сейчас я медленно побегу и покажу, где я нашел 3 яичка. В общем, не надо выдумывать велосипед, просто повторяйте за мной и собирайте эти яички. И здесь находится наше первое яичко. Прыгаем и забираем его. Теперь побежали за вторым. Нам надо бежать на главную площадь и взять чуть-чуть левее. Если вы, ребят, запутались, просто пересмотрите видео, и вы точно поймете, куда вам надо бежать. Значит, забегаем вот на эту площадку для гольфа, и теперь наша задача подняться наверх. После того, как мы поднимемся наверх, мы сразу же увидим в углу наше блестящее яичко. Давайте же его возьмем. Вот так вот быстро мы собрали уже 2 яичка. Чтобы найти третье яичко, нам надо спуститься назад на главную площадь. Спускаемся и поворачиваем еще раз налево. Теперь бежим в направлении аттракциона «Чертово колесо» или «Колесо обзора», как его еще называют. Чтобы получить наше третье яичко, нам придется сделать маленький паркур. И вот мы уже подошли к этому месту. Если мы посмотрим наверх, то увидим, как блестит наше яичко. Давайте же попробуем сделать этот паркур. Как вы, ребята, знаете, слово «паркур» и «кролик» несовместимы. Поэтому я все время падал и только аж с третьей попытки смог пройти этот легкий паркурчик. Надеюсь, ребят, у вас получится все намного быстрее. Ну а пока, ребят, я делаю этот паркурчик, не забываем подписываться на канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите мои новые видео. И вот уже остается совсем чуть-чуть, и я близок к своей цели. И вот это долгожданное яичко прямо передо мной. Ху-ху! Давайте же его возьмем и получим наши наушники. Да, ребят, все, мы получили бейджик, который говорит о том, что у нас уже есть эти наушники в инвентаре. Вот так вот, ребят. Ребят, надеюсь, вам понравилось это видео, не забываем подписываться на канал. Ну а мы с вами увидимся в моих новых видео. С вами был Счастливый Кролик, всем добра, пока-пока.